Смех детей и улыбки взрослых. Арбузная пати продолжает радовать жителей Биробиджана. В этот раз праздник прошел в микрорайоне Комсомольская, 21. Идея мероприятия возникла еще 7 лет назад у депутата законодательного собрания ЕО Елизаветы Славиной. Воплотить идею помогли депутаты городской думы и активные жители областного центра. Нам объявили, что будет сейчас мероприятие. Будет сейчас праздник, видимо, посвященный концу лета, потому что у нас тут собрался урожай арбузов, и сейчас для детей включили музыку, детей будут угощать арбузами. Под веселую музыку ребята поучаствовали в конкурсах и получили подарки. Главным призом стал арбуз. В завершении дети попробовали сладкую ягоду, и все как один говорят: вкусно. Очень вкусный арбуз, очень понравился праздник. Очень понравился арбуз, очень вкусный. Было весело. Арбуз очень вкусный, праздник понравился. Как мы надували шарики, рисовали на них. Ждали, пока шарик лопнет. Я сегодня выиграла в конкурсах и выиграла арбуз. Подарю семье. До начала учебного года осталось совсем немного. До этого момента арбузная пати порадует еще многих детей и взрослых областного центра. Дарья Куприна, Денис Листюхин, Новости 21.